Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами в этот прекрасный, но очень морозный день в экотехнопарке SkyWay и беседуем мы с начальником конструкторского бюро инфраструктурного оборудования закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Алексеем Михайловичем Стриженковым. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, расскажите, что это такое инфраструктурное оборудование? И все-таки все наши репортажи, они касаются нашего багажа знаний, опыта, накопленного за время строительства и эксплуатации экотехнопарка применительно к новому проекту в Объединенных Арабских Эмиратах. Итак, что же такое инфраструктурное оборудование? Инфраструктурное оборудование включает в себя, скажем так, вспомогательное оборудование для путевых структур. Но, тем не менее, достаточно важное – это поворотные круги, стрелочные переводы, различное вспомогательное оборудование как для станций пассажирских, так и для грузовых терминалов. То есть мы при помощи нашего оборудования осуществляется погрузка, разгрузка грузов, посадка-высадка пассажиров, изменяется логистика транспортных потоков. Кроме того, какое-то мелкое станционное оборудование, возможно, вспомогательное приспособление, в том числе некие участки путевых структур не напряженного типа, разворотные круги, либо какие-то радиусные участки. Все это относится к ведению моего конструкторского бюро. Спасибо большое. Ну, вот за нами как раз-таки разворотный круг и стрелка. Я надеюсь, мы сегодня сможем продемонстрировать, что это все прекрасно работает в такой солнечный, но очень морозный день. Интересно, а в условиях тропиков сделать так, чтобы все это работало, тяжелее или легче? Там есть свои особенности, скажем так. Для каждых климатических условий есть свои особенности. Тяжелее или легче? Ну, все сложно, то есть сложно сделать, чтобы это работало зимой, сложно сделать, чтобы это хорошо работало в жаркую погоду. Все обуславливается климатом, то есть если нам надо сделать исполнение климатическое для тропиков, значит мы спроектируем так, чтобы оно работало безотказно в тропиках. А скажите, чем отличается конструкция той же стрелки для тропических условий от конструкции ее же для условий Беларуси? Ну, тропическое исполнение будет заключаться по большей мере в применении компонентов, которые применяются в стрелке, то есть исполнение приводов в электрической части, применение различных смазочных материалов, которые, естественно, будут отличаться для холодного климата и для жаркого климата. Сама металлоконструкция вряд ли будет отличаться чем-то, потому как единственное, что для холодных каких-то широт применяются одни металлы, для крайнего севера, допустим, и для тропиков могут быть применены другие. Но общая конструкция не изменится от этого. Именно климатическое исполнение покупных элементов будет отличаться. Спасибо большое. А в чем назначение вообще стрелки? Функция какова? Стрелочный перевод осуществляет перенаправление транспортных потоков. То есть если нам надо изменить направление движения транспорта, соответственно, мы это можем сделать только при помощи каких-то объектов либо стрелочного перевода, либо поворотного круга. Это объекты, я бы их отнес к логистическим, то есть они нам позволяют изменять логистику транспортных потоков.
Спасибо большое. Но вот здесь тестовый участок. О том, каково назначение нашего стрелочного перевода, я надеюсь, вы расскажете. А потом хотелось бы узнать, что именно вы проектируете для Арабских Эмиратов. Ведь там же, как я понимаю, сфера использования нашей технологии будет намного шире. Не только тестовый участок, но и потом вписана будет трасса в городские условия и так далее. Остановитесь на этом, пожалуйста. Естественно, наше развитие идет от простого к сложному. Здесь, на экотехнопарке, мы старались при проектировании наиболее, скажем так, охватить все ценой меньших усилий, но, тем не менее, охватить наибольший спектр как бы своего применения, своих конструкций и узлов. То есть здесь мы можем наблюдать разворотный участок между двумя путевыми линиями. Это провисающая и полужесткая. Они соединены между собой разворотным участком, неким полукольцом. Соответственно, здесь мы можем наблюдать и ненапряженную путевую структуру. Сам радиусный участок не напряжен. В него же встроена сдвижная стрелка, стрелочный перевод, который позволяет нам здесь, в данном случае, во-первых, отработать конструкцию, механику и вообще принципы работы, и во-втором, служит в данном случае как технологический стрелочный перевод. То есть здесь у нас нету еще, то есть другой путевой структуры, куда мы переводим движение транспортного потока. Движение у нас осуществляется только по радиусному участку. Но назначение стрелки технологическое. Для того, чтобы осуществлять монтаж, демонтаж транспортных средств на путевую структуру, сделан тупиковый участок, короткий, и вывод транспортного средства на него осуществляется через стрелочный перевод. Любые наши действия при испытаниях, при замене транспортных средств, техническом обслуживании осуществляется через этот стрелочный перевод на тупиковую ветку. Соответственно, здесь мы отработали конструкцию, принципы, в том числе работоспособность. То есть она работает у нас в любых условиях, то есть летом, зимой, вот как сейчас, в мороз. То есть мы можем наблюдать ее работу. Она не простаивает, постоянно в действии, потому что транспортные средства постоянно обслуживаются, с ними проводятся какие-то работы, они что-то увозятся на выставки, бывает, на доработку, на сертификацию, они прибывают сюда, либо уезжают на какие-то испытания. Все это осуществляется через данный стрелочный перевод. Он достаточно загружен, и мы постоянно можем наблюдать за его работой и работоспособностью. И как работоспособность? Были ли проблемы, отказы? Уже ж несколько, наверное, даже не месяцев, а лет он работает? Да, он работает уже, наверное, порядка 2 лет. Какова надежность? Надежность высокая. Были небольшие проблемы с системой управления, там какие-то мелочи были по шкафу управления, которые устранили. Общий принцип и общая механика здесь достаточно проста. То есть это сдвижная секция, на которой расположен прямой участок и радиусный. То есть сама механика довольно проста и надежна. Поэтому как таковых отказов и каких-то поломок еще пока не было. Но у нас впереди еще ресурсные испытания. Мы все-таки должны проверить в более жестком режиме нагруженном, проверить, как оно работает, проверить его долговечность. Эти испытания у нас еще впереди. И что вы сделали для, что вы спроектировали или проектируете еще для проекта в Объединенных Арабских Эмиратах? По проекту в Арабских Эмиратах у нас гораздо планы больше, чем здесь. У нас, значит, по проекту в Арабских Эмиратах два больших
инфраструктурных объекта логистических. Это стрелочный перевод, который неким образом будет наследовать принципы сдвижной стрелки, которую мы можем здесь наблюдать, и поворотный круг. Оба эти объекта будут осуществлять изменения транспортных потоков, перенаправление транспортных средств, либо будет осуществляться на поворотном круге, в частности, разворот транспортных средств. Там будут тоже ненапряженные участки, радиусные, разворотные, ну и много прочего станционного и прочего оборудования. Спасибо большое за обстоятельное объяснение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда стрелки будет переводить не на кого и, главное, незачем. Строй SkyWay! Спасай планету!